очень-очень часто показывают как раз на таких Фрэнки Кабаре. И это добрая-добрая традиция, и это хореография, которую сделал сам Фрэнки. И это танец, который называется... Яна? Фрэнки Ду мы его называем. Да? Фрэнки Ду мы его называем, потому что как бы изначально был танец Транки Ду, да, но Фрэнки сделал свою версию. И сейчас мы с вами ее увидим. Готовы? Интересно. Сейчас, видите, только перед меня.